Ага. Не было криков, получается, никаких. То есть грабеж и тишина, и все, и начали окей закрывать. Вышел, смотрю, везде кровь. Ну, разбиты, получается, бутылки, лужи. Вот. Ну, потом я решил вот зайти посмотреть вообще по следам, ну, крови. Смотрю, весь туалет там в крови, может. Ну, там же по новостям уже пишут, что горло порезали мужчине. Может, кстати, ответ.